Иван Буряк, привет. Ты первый. Ребята, всем привет. Начинает появляться свободное время. Занимаюсь вашим своим любимым делом. Чтобы меня снова могли называть блогером и еще кем-то, не помню уже кем. Решил вас не разочаровывать и выходить в прямой эфир. Нет, ребят, не на тренировку. Еду просто, ну, можно сказать, на тренировку. Я почти после каждого боя провожу профилактическую реабилитацию своих суставов. Иногда это руки, но чаще всего это ноги. Вот, ну, как всегда, решил немножко колени под провести ТО плановое. Ваня Сахар, ну, с днем рождения тебя. Москва, как много в этом слове, и пробок, и всего остального. Ползем потихоньку. Доктор Григор, приветствую. Гости к вам собираюсь на днях, если возьмете. Ребят, по бою. Боя у меня еще нет. Естественно, мы сейчас ведем переговоры с UFC. Обсуждаем, когда, что и так далее. Ну, вы знаете, я практически со следующего дня после своего боя с Марком Хантом попросил бой. И прошу его сейчас почти каждый день. Переписываюсь с менеджером, он переписывается с теми, кто за это отвечает в UFC. Уже общались с руководством UFC пару раз, в том числе за меня. Потому что бои как бы на... Ну, не на совсем таком уровне, как бы, то самое, уже там те, которые поближе к пятерке, так сказать, немного могут обсуждаться уже более тщательно. Поэтому сейчас вот договариваемся о том, чтобы, ну, соперника назначили. По сути, было два возможных оппонента, претендента, свободны, которые были свободны от боев, как я понимаю, вы, наверное, знаете. Это Миочич и Алистар. Вот, ну, появился Льюис, но, в принципе, у него так нормально все прошло. Он решил впрыгнуть в гонку за титулом. И сейчас он, если не ошибаюсь, подписался уже на титульный бой с Кормье. Буквально на ноябрь. Поэтому, как бы, я его тоже попросил сразу же. Решил чуть-чуть пошутить в Твиттере, сказал Дана Уайт и Мик Мейнард, дайте мне Льюиса, мы его подушим, но они не среагировали. Вот. Поэтому все. Ждем остальных. Кого надо? Ну, по сути, сейчас Мёджича верим. Если я хочу драться в ближайшее время. Конечно, я могу ждать полгода, когда там кто-то продерется, освободятся новые бойцы и так далее, и уже получать кого-нибудь следующего. Ну, хочется, пока чувствую себя неплохо, пока все динамично развивается, ММА в мире, хочется подраться. Зафир, в 30 лет начать заниматься ММА. Ну, слушай, я начал в 19 заниматься вообще спортом. Во-первых, не ММА, а вообще пришел в спортзал. А во-вторых, есть, насколько я знаю, примеры даже в UFC, которые приходили в 30 лет и доходили до титульных боев и так далее. Поэтому я уверен, что все возможно. Вот. Доктор Григор, спасибо за высказывание. Надеюсь, скоро вас буду. В принципе, после ваших реабилитационных манипуляции с моей ногой, после одного посещения чувствую, как будто недельный курс прохожу каких-то, ну, то, что я говорю, реабилитационных мероприятий. Я
Ребят, да Саня воспользовался, вы говорите, вот он, Саня не воспользовался своими габаритами, он воспользовался, все было классно и так далее. Ну, вот, буквально вот что-то, блин, может его расслабило, знаете, может кто-то из угла там сказал, все, там минута осталась или полминуты осталось. И он уже думает, да что тут, типа, это самое, можно практически вообще ничего не делать и так далее. А Льюис как раз начал включаться, а махина огромная, здоровая, поэтому как бы, блин. Тут вообще никогда, вообще нельзя расслабляться. Ну, про тяжелый вес вообще даже говорить нечего. Тем более с такой огромной махиной, еще раз повторюсь, как Дерек Льюис. Вы видели, как он взрывался. Такой, как будто такой рыхленький, неповоротливый, тогда вот бух, и все. Этот вепер взрывается, и все. Кто победишь, Федор, победит Федор или Сонен? Я думаю, что победит Федор, но, ребят, не думайте, что Сонен это булочка сладкая, которая легко дастся и которого легко победить. Тут тоже нужен настрой определенный и так далее. И ни в коем случае не расслабиться, потому что ни одно расслабление на профессиональном уровне никогда не приводит к чему-то. Когда только ты начинаешь свои силы там переоценивать или уже праздновать победу и так далее, уже сразу получается проблема. Сколько вам лет? Ну, во-первых, вы можете посмотреть в Википедии какой-нибудь, во-вторых, мне 41 год. Кто твой менеджер? Мой менеджер Кава, он же менеджер Дерека Льюиса, он же менеджер Майти Мауса, он же менеджер Йоэля Ромеро, он же менеджер Андрея Орловского, он же менеджер Димы Сосновского, он же менеджер Джон Джонса, и он же менеджер Пэттиса, и еще десятка-полтора двух бойцов. Поэтому как бы вот, все. В принципе, это не секрет, это мой менеджер. Как можно попасть в UFC? Ну, ребят, я рассказывал, для UFC нужно, ну, минимум, они сейчас просят там 5-7 побед подряд, чтобы у вас было без поражений и над неплохими соперниками. Соперники с рекордом 1-1, там 1-2, 2-1 и так далее, ну, для них не годятся. Таких можно и 10 выиграть, но они не подписывают UFC. А бывает там реально 2-3 хороших победил и уже берут. Тем более они набирают, как бы, для них задача еще мультинациональность, чтобы все UFC не состояло из одних бразильцев и там американцев или россиян. Поэтому они не захотят подписывать 50 россиян или 100 россиян. Поэтому чем больше будет россиян пытаться туда попасть, чем больше уже будет подписано, тем с каждым подписанным бойцом уже сложнее и сложнее следующим подписаться. Сначала брали у кого там 4 победы, 3-4 победы подряд, потом 5-7, потом будут 10-15 смотреть и так далее. Потому что им уже нужны другие бойцы, им нужны ребята из Кореи, из Китая, огромнейший рынок там и так далее. Им бы кого-то из Индии или еще откуда-то, но нет большого количества бойцов и так далее. Поэтому, потому что они это самое, ну, хотят, чтобы максимально во всем мире присутствовали эти бойцы. Поэтому бывает, что подписывают бойца из той страны, где очень мало бойцов профессиональных, ну, хорошего уровня. Они берут, подписывают даже с рекордом там 3-0 или 4-0. А бывает с рекордом там 10-0 не подписывают. Просто потому, что уже из этой страны куча бойцов, поэтому нужно быть сверхмудрекиндом, чтобы тебя подписали. Ребят, я просил Миочича, потому что Миочич нереально крутой парень. Он рвал Аверима, Дос Сантоса, Ингану, вы сами знаете. Но Миочич хочет драться, насколько я понимаю, за пояс, и он не хочет со мной драться. Это мне ответил менеджер вот буквально вчера-сегодня. Победа над Хантом, что дали? Ну, что дали, ребят? У нас путь никогда не заканчивается. Путь воина, он и есть тем, что ты идешь по этому пути, идешь. Как только ты останавливаешься, либо хочешь почить на лаврах, считайте, что ты, это самое, скатываешься назад. Потому что наш путь похож немножко на этот траволатор, знаете, который идет на вас. Если ты идешь быстрым шагом, то есть сильно, далее ты потихоньку продвигаешься вперед. Как только ты остановился, траволатор тебя оттягивает назад. Вот. Дэвин Смит. Good luck you. I wish good luck for you.
что сказать насчет ситуации после UFC 10. Ребят, не хочу говорить, блин, уже столько все сказано. Классно, что россиянин победил. Очень хорошо, что победил россиянин. Рад, счастлив, поздравляем его. Все, поздравляли. Все поздравили, все хорошо. То, что произошло после, это уже была как бы не ситуация, не спортивная. И, в принципе, нашу страну-то не красят. Никому с этого лучше не становится. Вот. И вообще никому. Вот. Конор был уже наказан, как бы он постучал на глазах миллионов людей, и все за слова там, еще что-то он ответил. Наполучал тумаков, наполучал всего, постучал, все. Это то, что я как бы говорил. А, блин, дальнейшее уже не относится к UFC и не относится к спорту. Передай привет Краснодару. Краснодар, привет. Скоро прилетаю в Краснодар. Причем за 2 недели собираюсь прилететь 2 раза. Если дадут мне Леснера, мое мнение. С удовольствием поделимся с Леснером. Я не думаю, я его не боюсь больше, чем того же Ханта там, или Мирка Крокопа, или Трэвиса Брауна даже. В Ростов приеду, как только позовут, ребят. Я ж не сам катаюсь по России, это самое. С удовольствием приеду. В Новосибирск сейчас есть намечена встреча, в Екатеринбург, в Краснодар, в Кострому, еще куда-то. Почему сейчас в Москве так долго? Потому что, ну, в принципе, решаю семейные дела, устраиваю детей в школы, в детские садики, какие-то бумажные дела делаю, вот, и все. Как только будет назначен мой следующий поединок, я вылетаю на подготовку. В принципе, пока ничего не собираюсь менять в своей подготовке, мне нравится заниматься в American Top Team, нравится тренера, тренировочный подход, нравится спарринг-партнеры, все, в принципе, собираюсь тренироваться там же. Где Орловский Андрей? Андрей Орловский тренируется во Флориде. Вот, поэтому всем привет. Мастер как раз класс в Краснодаре. Нет, в Краснодар первый раз я еду вот через 10 дней в Краснодар на форум. Там, ну, у меня спортивная тематика, я даже выступать вроде должен там со Стивеном Спилбергом. Стивен Сигал. Со Стивеном Сигалом. Вот, с Андреем Кончаловским и с другими выступающими. Как стать менеджером в ММА? Ну, классный вопрос. Ну, блин, как? Для этого должно быть... Душа к этому должна лежать, и ты должен знать кучу бойцов и кучу промоушенов, связывать их между собой. Вот, в принципе, и все. Сколько стоит абонемент в США в ваш спортзал? Ну, например, какая-нибудь группа, типа ММА, любительская, джиу-джитсу, бокс там и так далее, в среднем стоит там 60-80, $100 в месяц, это 3-5 тренировок в неделю. Достаточно много и достаточно недешево, я считаю. Тренируют те же тренера, которые тренируют профессионалов. Как только ты выходишь с уровня любителей, ты переходишь в группу профи. А профи уже платят отдельно. Либо деньги, либо процент от своего боя. Самый логичный бой — Волков или Стипе? Ну, если выбирать между Волковым и Стипе, я выберу Стипе. Как я говорил, как бы с Сашей подраться должна быть причина. У меня нет к нему ни желания ему набить морду, нет желания за что-то отомстить или что-то сделать. То есть я к нему очень хорошо отношусь. И, в принципе, у него нет пояса, чтобы у него пытаться его отобрать и так далее. Он не стоит у меня на пути к поясу. Поэтому просто так драться я не собираюсь. Вот по этим причинам, которые я говорил, как бы, если бы у него был пояс, там, или сказали, кто из вас выиграет, тот дерется за пояс и так далее. Тогда уже, да, тут уже вступили бы в силу, так сказать, профессиональные отношения. А сейчас у меня вступает, ну, по большей части, как бы, дружеское и так далее. Поэтому, как бы, драться пока что с ним не вижу вообще смысла и так далее. Зачем
это. Ребят, добавить дивизион я не слышал, не знаю, но в принципе мне это все равно, я в тяжах в абсолютке. И некоторые полутяжи, которые дерутся, весят больше меня. Что дальше для Волкова? Да ничего, ребят, прийти в себя чуть, выдохнуть и все, и пошел дальше рубиться. Дальше приходить в себя, настраиваться, восстанавливаться и включаться. Включаться как бы в иерархическую гонку и так далее. Ничего для него не завязано, ни там, ну, там какого-то провала катастрофического, что поменяло всю жизнь и так далее, тоже ничего нет такого. У меня тут просто, извините, тут вкручиваюсь изо всех сил, как только можно. Хорошо, машина большая, меньше подрезает. Сергей, Рус Великая, я не понял немного вопрос. Что значит отвлечь боевой самбо, будущее за ЗОЖ и так далее? Одно от другого неделимо. Как относитесь к Токтарову? Хорошо отношусь к коллегу. Это, ну, у каждого человека есть свои как бы какие-то там мысли, мнения, тараканы в голове и так далее. Но если человек как бы заслуженный, как бы, а он заслуженный Олег. Первый человек, который привез пояс чемпионский UFC и так далее в Россию. Еще в те времена, когда дрались без перчаток, без кап, без бандажей, без ничего вообще. Вот с минимальными правилами там и так далее. То есть, почему это 20 лет назад мы им гордились невероятно, а сейчас мы должны его, там, я не знаю, поносить и так далее. Ну, не считаю, что это так нужно делать. Когда попрет Сосновский в гору? Ну как? Когда? Когда начнет пахать и выступать, по большей части. Ребят, я не успеваю просто отвечать, потому что тут полеты. Ребят, ну я уже его 2 недели не видел, Андрея, ну, переписывались вот недавно, вроде все нормально, он отдыхает мозгами, я отдыхаю сейчас от тренировок, от всего, от спортпита, потому что ты 2-3 месяца как бы употребляешь спортпит, там всякие добавки, витамины и так далее, а организм не может тоже их принимать 365 дней в году, ему тоже нужно как бы от этого всего отдыхать, поэтому как бы, ну, потихоньку отдыхаем от всего. Юрий Ромеро, тоже не знаю. The real Andrew. Andrew, I gonna return to Florida when I got my next fight. I wait every day my new contract from UFC. When I got this contract, I fly to Miami. Минаков как? А что Минаков? Минаков отлично, ребят. Минаков едет в этот самый, в Беллатор. Все. Пойдет сейчас свой пояс защищать, шлифовать и так далее. Real Andrew, thank you very much. See you soon. Асса. Только вы лишь шлем, прогноз. Ну... Мне не очень нравится, когда наши ребята дерутся с нашими ребятами при возможности драться с другими. Мне кажется, что где-нибудь там на том же Беллаторе они бы могли подраться с другими оппонентами, чем со своими. Саша, привет из Красноярска. Ну это Саше надо говорить, ребят, не мне. Спасибо, Серега, тебе тоже.
You speak English. My English not so great, but I think not worse than you Russian. Беллатор меньше платит. Ребят, я честно думаю, Беллатор могут платить, ну, смотря кому. Некоторым бойцам там платят достаточно прилично, но, как правило, звездам, те, кто набил себе имя, и, как бы это ни звучало, те, кто набил себе имя в UFC, знаете, вы сами это знаете. Алексей, как развивать тренерам боевой самбо? Да, ну, ребят, ну, как любой вид спорта, как любой клуб развивать. Ты должен пахать очень много, вот, тренировать и много проводить мероприятий. Либо ты проводишь свои мероприятия постоянные, боевой самбо, грэплинг там и так далее, либо участвуешь на других мероприятиях максимально много. Потому что одно дело то, что ты делаешь у себя в зале, там, просто закрытом, и все. И другое дело, когда ты это самое, это все показываешь. Сейчас у нас век современных технологий, все хотят видеть, нюхать, трогать, чувствовать. Они хотят, чтобы увидели эти там поединки, схватки, какие-то вырезки красивые из этих боев. Хотят видеть их в Ютубе, там, в сторисах, в Инстаграмах, в ВКонтактах. Постоянно прокручивать их на каналах там ютуберских и так далее. И когда это раз за разом развивается, добавляется, раскручивается и так далее, потихоньку-потихоньку. Это делается не с одного турнира, не с трех, не с пяти, это делается намного больше. Это делается из регулярности. Когда мы это делаем там полгода, год, два, когда это делают регулярно, и, например, каждый месяц будет по турниру, вот тогда уже появляется интерес, появляются всякие, ну, реально крутые, интересные вещи. И тогда люди заинтересовываются и клубом, и спортом, и единоборством, и всем-всем-всем. А так, как бы, ну, разово, даже если сверхкрутые делать мероприятия или еще что-нибудь, как легенда, знаете, но они делали один турнир там, сами знаете, в какой период там. Очень редко делали. И все, как бы уже, ну, интерес не так хорошо развивается. Вот. Так, ребят, буду отключаться. Я приехал, куда я ехал. Всем здорового образа жизни, сил, здоровья и успехов. Добрым людям добра. Счастливо. С Богом.